Добрый день! Вас приветствует ирисовый сад семьи Пархоменко. В сегодняшнем видео я вам покажу три самых раннецветущих сорта, зацвевших в сезоне 2016 года в нашем ирисовом саду. Вот первый сорт, вы уже видите. Это сорт Change of Pace Шрейнера 91 года селекции. Очень высокий, очень мощный, толстые, высоченные цветоносы, достаточно интересные, яркие и чистые цвета. Расцвел прямо у дорожки, поэтому все гости, которые приходили в это время в сад, просто удивлялись высоте и мощи этого сорта. А вот рядышком сорт Foreign Night Блайза 96 года. И третий сорт из самых раннецветущих сезона 2016 года — это ярчайший, сочный сорт Идол Гио 99 года селекции. Вот эти три сорта, видите, совершенно разные окраски, как три фонарика. Вот я специально прошлась, чтобы вы посмотрели, что только цветение единичных карликов на плантации, а высокие бородатые ирисы, они только-только стали выпускать цветоносы. И вот второй куст идола на некотором расстоянии от первой тройки сортов. Вот я тоже прошлась по плантации и тоже вам показываю, что и второй куст тоже находится в фазе цветения. Обратите внимание, что остальное поле ирисовое, оно бесцветное, оно зеленое. То есть другие сорта еще не подтянулись. И вот возвращаемся ко второму сорту из троицы. Это сорт, повторюсь еще раз, Foreign Night Блайза 96 года селекция. Он, ну, на одну треть ниже сорта Change of Pace. Не такой он мощный. Цветоносы достаточно тонкие, но окраска очень интересная.